Сегодня мы пришли с очередным требованием к обкому КПРФ принять меры, ответить за перед избирателями, которые их избирали в 2011 году. Недавно буквально в Балашове была акция, когда член КПРФ оплатил за счет средств ТСЖ свой личный штраф. Мы помним историю с изнасилованием, и человек до сих пор работает, член КПРФ. Ряды КПРФ довольно-таки сомнительны. И ее явные представители в городе Саратове, это Недалов, Сорокин, мы видим периодически в СМИ их выступления за ту или иную тему. Мы понимаем, что, видимо, у них уже началась предвыборная гонка, которая состоится 18 сентября 2016 года. Но, как и в предыдущих созывах, Коммунистическая партия Российской Федерации ничего для Саратовской области не сделала, так и в этом. Есть такое устоявшееся выражение, что люди, которые любят критиковать, но при этом ничего не делают, являются диванными войсками. Вот сегодня мы хотим провести эту гонку диванных войск, гонка предвыборной кампании Коммунистической партии КПРФ, чтобы она была наглядно видна, что это, что ждет избирателей, что это и есть диванные войска. Ну, символически на старт, внимание, марш я даю. Ребят, поехали. Поехали. Давай, давай, давай. Вперед. Сорокин, давай, давай, Сорокин. Давай, 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 дети. Давай, давай. Что, повторим? Да, давай.